Мы приехали вообще пустые, да, там у нас есть только ножи, фартуки и кителя. И очень важно было погрузиться в атмосферу, почувствовать аутентичность региона, посмотреть продукт, который продается для местного жителя, да, для обычного человека, который ходит каждый день за продуктами, и приготовить что-то праздничное, интересное, да, некой ресторанной подачи. И так как мы ехали в зимний период, мы понимали, что нужно готовить что-то горячее, поэтому реально понимали, что кто-то посмотрит что-то из дичи, да, потому что дичь – это местный продукт, да, и что-то кто-то посмотрит из рыбы. И, соответственно, грубо говоря, начали на основе этого что-то придумывать. Да, я готовил, допустим, бифштекс из оленя с вишней, да-да-да. А изюминкой являлось то, что я добавлял в фарш специальную копченую соль, которая делается на можжевеловом дыму. Добавляли дегидрированный лук, который дает такую хорошую насыщенность. И подавали это соусом из вишни, который добавляли хвою и розмарин. Ну, у меня все было чуть-чуть проще. У меня была местная стерлядочка, и очень хотелось дать ее с таким праздничным соусом. Я сделал икорный соус, и подача была на веточках елки.